Добрый день, дорогие друзья. Хочу вас проинформировать, что 2019 год госкорпорации «Росатом» признан годом здоровья. И это очень хорошо, здорово просто. Ну и мы у себя в концерне «Росэнергоатом» подхватили эту инициативу и объявили 2019 год годом мегаватт здоровья. Суть проекта очень проста. Чем больше мы, сотрудники «Росэнергоатома», занимаемся физической активностью, тем больше ватт здоровья мы вырабатываем. 1 километр равен 5 ваттам, 1 ватт – это 1 рубль. Движение – это энергия. Выбирайте любимый вид спорта, добавляйте движение в свою жизнь и заряжайте ваттами здоровья себя и своих коллег. Присоединиться к проекту может любой работник концерна «Росэнергоатом», просто нажав на кнопку регистрации на сайте проекта. И вперед! Мегаватт здоровья – это возможность участвовать в открытых тренировках по плаванию, бегу и велоспорту. А профессиональный тренер подготовит вас к забегу на 10 километров. Если каждый из нас добавит немного энергии в свою жизнь, все вместе мы выработаем 1 мегаватт. Мегаватт здоровья – это уникальный цикл полезных привычек. Это лекция о спорте, личной эффективности и здоровье. И все это во благо вам и детям. Каждый день вы бегаете, ходите, плаваете, катаетесь на велосипеде. И каждый день вы фиксируете свои пройденные километры на сайте проекта, в личном кабинете. Я сегодня проплыл 2 километра, и это мой вклад в общее дело. Поделись своей энергией.